если позволите, вопрос про Украину. Почему не получается спокойно, ритмично развиваться вместе? Почему не удается создать общее пространство с людьми, с которыми мы живем столетия рядом, у нас очень похожий менталитет, вы же часто встречаетесь с украинским руководством. В чем загвоздка все-таки, на ваш взгляд? Знаете, что бы ни происходило и куда бы Украина ни шла, мы все равно когда-то и где-то встретимся. Почему? Потому что мы один народ. И как бы на то, что я сейчас сказал, не сердились националисты с обеих сторон, а националисты есть и у нас, и на Украине. На самом деле оно так и есть. Потому что у нас одна Днепровская Киевская купель. У нас, безусловно, общие исторические корни и общие судьбы. У нас общая религия, общая вера. У нас очень схожая культура, языки, традиции и менталитет, как вы правильно сказали. Есть, безусловно, свои особенности, своя этническая окраска во всем. Кстати, украинская культура, украинский язык, танцы, музыка, они замечательные. Я, например, восхищаюсь всегда этим. Но и вот вы сейчас упоминали про революционные события после Первой мировой войны. Ведь обращаю ваше внимание, про элиты говорили. Вот что любопытно, и белое движение, и красное, они никогда не ставили, дрались между собой насмерть, миллионы людей погибли в ходе гражданской войны, но никогда не ставили вопроса об отделении Украины. И красные, и белые исходили из целостности российского государства.